В новейшей истории Казахстана, которую собираются переписать чиновники от науки, роль Ельбасы будет исключительной. Группа столичных историков созвала пресс-конференцию, чтобы рассказать, как и с какими акцентами будет переписываться отечественная история. Историю делает и народ, и в то же время и личности. Это мы не отрицаем. Поэтому при написании новейшей истории Казахстана роль первого президента Ельбасы Нурсултана Назарбаева пройдет красной нитью. Сочинители новой истории обещают, она будет максимально объективной, без влияния идеологии, и называют это ни много ни мало революцией в отечественной исторической науке. Даже затерянную в российских кунсткамерах голову последнего казахского хана Кенесары обещают, наконец, вернуть на родину. Главный провозглашенный принцип, которым будут руководствоваться историки – толерантность. Термин, ставший, по словам организаторов, брендом Казахстана. Сложный смысл слова «толерантность» мы должны сказать, что это наша превосходность. Да, это наш бренд. Мы обладаем такой мощью толерантности. Я просил бы на это обратить внимание. Среди исторических пробелов, которые ученые намерены устранить и заполнить, в первую очередь оценка количества погибших во время Голодомора 30-х годов и роль казахстанцев во время Великой Отечественной войны. Напишут ли в новых учебниках про внутриполитические кризисы, загадочные убийства и расстрелы рабочих – вопрос риторический. Тут очевидно, кто более такой матери истории ценен.